Прогнозы не самые радужные. Власти Новосибирской, Томской областей и Республики Алтай прогнозируют непростую паводковую ситуацию предстоящей весной. В этих регионах выпало больше снега, чем обычно. Местами норма превышена в несколько раз. На половодье, между тем, будут влиять еще и другие факторы. Это плотность снежного покрова, запас воды в реках, объем и характер ледообразования, температурный режим, наличие осадков на момент вскрытия рек. Более точный прогноз весеннего половодья у специалистов гидромета будет готов ближе к апрелю.